Доброе утро. Смотрите, что у нас тут есть. Потом говорят, моя собака гавкает. Свечка, кстати, электрическая. А вот здесь племянник у нас живет, у которого собачка родилась. Сейчас в Лидл поеду. Там кое-что привезли, я вам обязательно покажу. Так как завтра выходной, вообще у нас в Лидл все привозят всякие предложения, там всякие одежду или еще что-то. Это германский магазин. Германский, немецкий, как правильнее-то, не знаю, в общем. По четвергам привозят все. Но так как завтра выходной, сегодня привезли. Мне еще лук надо купить, ни одной луковицы нет. Представляете, а без лука это как? Это не жизнь. Мне бы еще в Меркадону нужно. Потому что мужу гель для бритья нравится только из Меркадоны. Все перепробовал. Ну, блин, два магазина в один день. Как-то не очень хочется. А надо. А то будет небритый ходить с бородой. А борода мне ох, как не нравится. Терпеть ненавижу бороду. В общем, не знаю, может, вечером съезжу. Сейчас все увидим. Вот пришла в Лидл. Так, что мне нужно, сейчас вам покажу. Фу, так воняет от кого-то потом. Да, обливаться можно. Неужели 21 век? Нельзя дезодорантом попользоваться? Вообще, прям некоторые офигевают. Смотрите, какие лифаны классные, спортивные. Я вот люблю, чтобы вот тут закрывались. Большой прям. Стоят они у нас 7 евро. Такая ткань приятная к телу. У меня есть такой лифан. А вот эти вот электрические или нет? Это обычные, наверное. А вот расчески, которые выпрямляют волосы. Электрические. У меня, кстати, одна клиентка купила ее. Ей подходит хорошо. Но у нее волос тонкий и не сильно вьющийся. Вот, знаете, что мне нужно? Вот. Для душа. Оно стоит 20 евро. Я ждала ее. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. И взяла тебя, я взяла. Ну и что же здесь криминального? Ботиночки, спортивная обувь. Все до всего. Вот какие тоже есть. Обувь прикольная. Что-то там еще приперли. Кстати, вот эти очень даже ничего. Посмотрите, кроссовочки. Классные, гляньте, какие вообще шикардосы. Сколько они стоят? 18 евро. Классные. Но размеров уже нету. А вот что? А, нет, подождите. Это вот 38-й. Классные вообще. Мне кажется, даже на меня не залезут. Вообще шикардосные, правда? Но у меня уже столько кроссовок, что просто уже все. Лимит исчерпан. Ты мечтою моей. Так, ну в Лидле мы с вами много раз были. Так, что это? Специи какие-то. Очень интересно. Люблю разные специи. Ты был мечтою моей. Хрустальная. Угадала тебя я. Ох, ни хрена себе, как подключишься, так подключишься к сети. И будешь всегда подключен. Я, смотрите, пылесос вот этот, смотрю, всегда 54 евро он, беспроводной. Ну, не знаю, я вот хотела бы себе приобрести, знаете. Ну, блин, вдруг он будет 5 минут всего фурычить, даже не знаю. У кого-нибудь есть пылесосы у вас вообще? Ну, конечно, не за 55 рублей, наверное, ой, евро. Ну, не знаю. Хорошие они, нехорошие вообще как? Как они вообще? Ты был мечтою моей хрустальной. Это, нет, это не моя клиентка, это сестра моей клиентки. Да. Тут вот все есть такое уцененное, скажем так. Видите, написано. Продукты 30% скидки.
Так вот, можно порыться и что-нибудь найти. А почему бы и нет? Вот какая-то штука, пожалуйста. А, это воздух. Вот, кстати, прикольная штука. Как раз для воды мне. А это что такое? Ой, какие носки мягкие. Какие носочки мягкие. Подушечки красивые разные. Тапочки. Рамки для фотографий. В общем, вот такая вот все тут есть. Ну, а дальше еда, еда и еда. Ешь не хочу. Ты был мечтою моей хрустальною. Вот чаи разные. Или это кофе? Нет, это кофе. Кофе я не пью. Это мне не надо. Мороженое. У меня рис дома есть. Приготовленный рис. Здесь, кстати, знаете, есть очень вкусные сардельки. Такие вкусные-вкусные. Это кто скучает по сарделькам, как русским? Я, наверное, сейчас возьму их. Сейчас вам покажу, где они есть. Ты был мечтою моей хрустальной. Угонала, слушайте. Ну и что же здесь? С рисом можно сарделечку захавать, правда? Блин, холодно здесь так. Вот, смотрите. Вот эти сардельки очень вкусные. Вот эти вообще тут килограмм. 6 евро. Можно... А еще здесь с сыром были. Вообще обалденные. Сейчас посмотрю, есть тут с сыром. Конечно, свинина. Ну, как говорится, в охоточку можно. Еще вот эти, наверное, сосиски копченые, как у нас раньше были, тоже в России. Тоже вкусняцкие. Все вкусняцкие. Я просто с работы жрать хочу. Ой, не могу. Ладно, сейчас что-нибудь выберу. Здесь очень холодно и пойду. У меня сегодня в меню салат капризе, по-моему, называется. Это помидоры, моцарелла, альбаака. Не помню, как альбаака. И заправлено оливковым маслом. Ну, я еще оливки хотела. Оливки добавила. Но по рецепту оливок нету. Рис и сарделька. Та-дам! Всем приятного аппетита! Сейчас быстренько соберу вот эту штуку на ванную. На ванную. И пойдем с Чарли гулять для ванны. Я ее очень даже ждала в Лиделе. В общем, мне кажется, удобная штука. Ее и мыть ею удобно. Можно снять. И вообще, мне кажется, очень даже симпатично. Как вы уже поняли, не все успехом увенчалось. Пойду гулять, а то ночь наступит. Ой, пипец, это вообще лучше шкаф из Икеи собрать, честное слово. Я вообще не понимаю, не понимаю. Здесь такая инструкция дебильная, вообще непонятно.
Не знаю, может, кому-то и понятно, но я, блин, 150 шкафов собрала. Я-то не могу, представляете? Это я вообще не понимаю, чё почём. Чё почём хоккей с мячом? Хорошая погода наступила. И люди все повылазили из домов. Гуляют. В пруду там рыбку ловят. И мы гуляем. Там вообще вон лежат на травке. С детьми. Халясо. С собаками. С собаками, кстати, здесь нельзя, запрещено. Ай, ну все с собаками. Но если менты увидят, полиция, то скажет: здесь нельзя с собаками, выходите. Нет, это один раз вы проведели. Но это бывает очень редко, что они здесь ездят. Или какой-нибудь праздник, или непонятно что. Вот это вот, по-моему, цыганята. Сидят там. Чарли и этот друг, Чиспа называется, Искра. Чарли Бэнь. Дети, видите, летает. Они все время вот так летают. У нас тут все облагораживают. Вчера вот этих пальм не было. Видите, сегодня пальмы посадили. Там этот есть, горка такая для этих. Скейт. Собачка. Видите как? Вот этих пальм вчера не было. Их сегодня, видимо, посадили. Что-то тут будет красивое, в общем. Слышите пение птиц? А еще я сейчас заглянула на канал, и у меня 1000 подписчиков. Я еще с утра заходила, было 1000, но потом оно, знаете, приписываются, отписываются. То есть отписалась парочку было, потом было опять 998, а сейчас опять 1000. В общем, буду надеяться, что вы останетесь со мной. А кто не подписан, подписывайтесь. Вот, я думаю, что у меня не самый скучный канал. А тех, кто со мной с первых дней создания моего канала, большое всем огромное спасибо. Я практически вообще, как это сказать, помню, знаю, скажем так, в лицо вас. И очень рада, что вы со мной. На протяжении всех этих, уже можно сказать, лет. Уже сколько, я уже не помню. В общем, я иду медленно, но верно. Вы знаете, никуда не спеша. Но у меня такое, знаете, как это сказать-то? Даже не знаю. В общем, Москва не сразу строилась. Главное, чтобы вам нравилось. Ну, конечно, всем не может нравиться. Есть такие люди, которым не нравится. Но если не нравится, то есть вообще в YouTube очень много всяких каналов на разный вкус. И если не нравится, то выбирайте другие. Как бы все на усмотрение каждого. Ну а кто со мной, большое вам огромное спасибо, что вы со мной. И будем снимать, будем жить и будем радоваться. И слушать пение птиц. Впереди лето. Солнце, море, пляж. И замечательная жизнь. Будем радоваться каждому дню. И слушать птичек. Смотрите, как поют. Вообще. Ну разве не красота? Настроение? Супер-супер. Смотрите, везде мимоза вовсю цветет, а у нас только начинает зацветать. Как-то очень странно. Видите, практически нет цветов, потому что она только-только зацветает. Еще раз повторю, она вообще ничем не пахнет. Ну, это вообще ничем она не пахнет. Я очень удивлена. Я просто помню, как у нас в России мимоза пахнет. Это же вообще обалдеть. Там, если к такому дереву подойти, то там такой аромат должен быть. А тут вообще ничем не пахнет. Странно очень. Не знаю. И в этом году что-то поздно она зацветает. Уже везде цветет, а у нас нет.
расцвели уж в саду хризантемы мой давно. Черемоя, что-то его не обрезают, странно. Слушайте, ну если бы я бы была не я, если бы я все это не собрала. Смотрите, какая красота. Можно теперь сюда класть все мои шампуни, которые там ли стоят. И мужнины там ен. Ой, тоже. Так что все. Все собрала. Молодец. Молодец. Одна палка оказалась лишней, потому что она очень высокая получилась. И тут вот сзади, кстати, написано, что можно и убрать одну палку вот так вот. В общем, все у меня получилось. Погуляла, разобралась и все. Мысли освежила и все собрала. Молодец же, молодец. И все не так сложно оказалось, как я думала. Маруся, сейчас пойду чаю себе сделаю. И все, и буду умываться, и завтра выходной, буду спать до скольки хочу. Ну, встану еще раньше, как всегда. С вами буду прощаться, всем спасибо, и всем пока-пока, до завтра.